Итак, в этом видео хотел бы поговорить про прошивку от Samsung Galaxy Mega на телефон X-Play Diamond. Прошивка портирована с телефона Samsung. А это у нас TouchWiz самсунговский. Немножко он, конечно, отличается. Шторка, как видим, тоже в стиле Samsung. Но, к сожалению, ее нельзя настроить, то есть выставить здесь какие-то свои какие-то здесь иконки не получится. Многозадачность тоже стоит самсунговская, с возможностью закрыть сразу все приложения, запустить Google Plus и перейти в приложение. Сами иконки тоже в стиле Samsung. Приложения некоторые тоже самсунговские, некоторые нет. Вот камера, например, не самсунговская. Камера стандартная. Клавиатура тоже не самсунговская, а стандартная. Вот, как видим. Если говорить про скорость работы, сейчас на приложениях покажу. Скорость нормальная. Все-таки телефон мощный, он тянет вообще без проблем. Но в виджетах немножко подтормаживает. Они не успеют прогружаться. Вот эти картинки. И при перелистывании небольшие тормоза имеются. Так. Дальше. Wi-Fi ловит нормально, подключился, ничего не отваливается. В Antutu набирает... Так, сейчас я запущу. В Antutu набирает 33 тысячи. Вот только что его проходил тест, почему-то не сохранился. Тест не сохранился. 33 тысячи он набрал. Неправильно он пишет здесь немножечко. Он пишет, что здесь самсунговский процессор, что здесь Mali-T628 Full HD разрешение. Ну, в общем, он пишет характеристики Samsung Mega. Прошивка построена на Android 4.2.2. Так. 4.2.2 Jelly Bean. Настройки тоже в самсунговском стиле, немножко урезанные. Как видим, они урезанные немного. В стандартном самсунге настроек больше. Также экран блокировки здесь не настраивается. То есть вы не сможете сюда добавить свой виджет какой-то. Вот тут стоит время и все. Его изменить никак нельзя. И разблокировка будет происходить всегда вот таким способом. На самсунгах это можно сменить. Здесь, к сожалению, разблокировку можно поставить либо графический ключ, либо там по лицу разблокировка, но именно вот этот режим нельзя поменять, вот этот блик. Это тоже неприятно. Также здесь есть вшитые обои. Тоже в самсунговском таком стиле. Виджеты самсунговские. С погодой. Так, еще что здесь есть? Предустановлен Play Market сразу уже. Root. Давайте покажу несколько приложений. Еще калькулятор тоже полностью самсунговский. Что еще? Часы тоже. Так, телефон. Если говорить про скорость открытия приложений, то все открывается достаточно быстро. В принципе, прошивка неплохая. Кому нравится Samsung, можете попробовать.